Далі знову говоримо вже з наступним співрозмовником в ефірі. Це Андрій Бузаров, міжнародний оглядач. Пан Андрію, вітаю вас. Здравствуйте. Пан Андрію, от щойно був сюжет про повернення до викупного палива у Європі. І чи здатно таке повернення до екологічно несприятливих типів палива спровокувати у європейських суспільствах, ну, скажімо так, сантимент на користь Росії? Мовляв, було добре, коли Росія постачала нам газ, ну, а відтак це Україні, ви розумієте, що не дуже вигідно. Я, кстати, хотел бы одну важную новость сказать в контексте уже Европы. Я как раз сейчас нахожусь в словенском городе по Порто-Рош, где вчера наша известная украинская теннисистка Марка Костюк совместно с Мартинцевой, чешской теннисисткой, победила в парном разряде российскую ведущую теннисистку Александрову и вышла в полуфинал, с чем мы ее все и поздравляем. Кстати, Марта Костюк, она приняла решение присоединиться к фонду «Пострадавшие дети войны» и занимается очень активной гуманитарной деятельностью. Это я так специально начал с позитивной новости для нас, для украинцев, для всех, потому что в контексте Европы, вот я как волонтер, как человек, который регулярно занимается гуманитарной деятельностью, вижу, что происходит в Европе, вижу, что происходит среди настроений европейцев. И я могу точно сказать, что после 24 февраля в той же самой Словении, в Словакии, в Польше, в Литве, в Австрии даже, которая очень неоднозначна по многим вопросам, идет, взят курс на максимальную эмансипацию или уменьшение зависимости от самых разных энергоносителей из России. Поэтому я думаю, что большая часть европейских стран уже приняла для себя решение минимизировать или вообще исключить зависимость от российских энергоносителей, даже в ущерб экономическим интересам тех или иных стран. А другая часть стран, их немного, они пытаются быть нейтральными по этому вопросу, но мне кажется, тоже подсознательно они для себя поняли, что зависимость энергетическая от России – это опасно для территориальной целостности страны. Угу. Ну, тобто розуміння про те, що це насправді небезпечно, вже є, так? Але питання, ну, я ставив питання через те, що ми розуміємо, що на рівні держави це робиться без проблем, а точніше з проблемами, але робиться тим не менше. Але дуже важко пояснити людям якісь геополітичні і політичні мотиви, так, людям, яким просто приходять великі платіжки за енергоносії. Ну, та Бог з ними. У липні ви ще писали про високу ймовірність нових спалахів бойових дій у кількох регіонах, зокрема в Балтійсько-Чорноморському. Це було, здається, 9 липня. Чи не змінилася ситуація на тепер, ви так вважаєте, і зараз? І тоді, якщо так, то що є передумовою для таких конфліктів, таких загострень? Які гарячі точки можуть спалахнути вже найближчим часом? Спасибо большое за то, что вспомнили мой анализ, который размещал я в Фейсбуке 10 июля, касательно ближайших горячих точек, которые могут быть в Европе, и не только в Европе. Я там говорил и о Балканах, я там говорил и об Центральной Азии, Киргизии, Таджикистане, я там говорил и об Азербайджане, Армении. В принципе, о других горячих точках мы видим, что с 9 июля, к сожалению, многие события подтверждают анализ, который я и многие другие эксперты делали. Тут не нужно быть там выдающимся каким-то политологом, чтобы понять, что ситуация в Украине, война, агрессия России против Украины, она влияет на всю систему безопасности в Евразии и в мире в целом. Поэтому я думаю, что в ближайшее время, помимо того, что мы уже увидели изменение ситуации на Балканах, в Азербайджан, Армения и другие страны, я думаю, будет ситуация только ухудшаться. То есть события в Украине, они меняют ландшафт системы безопасности и, наверное, политической реальности на постсоветском пространстве и вообще на евразийском континенте. Ну, от, здається, з одним конфліктом ви точно не помилилися. Вірменія та Азербайджан домовилися зараз вже про перемир'я. Конфлікт знову спалахнув напередодні. Країни звинуватили одна одну в обстрілах. Повідомлялося про більше сотні загиблих на кордоні. Чи довгим буде перемир'я? Особливо з огляду на протести у Єревані. Ви знаєте, я сознательно не буду, не будучи военным экспертом, не буду вдаваться в подробности, кто первый начал в данной ситуации, но есть один факт,
который, на мой взгляд, очень-очень важен для всех, кто нас слушает и пытается разобраться в ситуации. Это то, что, как правило, на протяжении последних лет мы все привыкли, что обострение происходит в Карабахе. Но это обострение произошло именно на армянско-азербайджанской границе. То есть это не Нагорный Карабах, это непосредственно граница двух стран, Азербайджана и Армении. И в данной ситуации обострение привело к, на мой взгляд, к двум серьезным последствиям. Это пониманию армянского руководства и вообще армянского народа, потому что зависимость от России военно-политическая, она опасна. Напомню, что Армения является участником ОДКБ, военно-политического союза с Россией, Белоруссией и другими странами. И в данной ситуации Армения во второй раз за последние несколько лет оказывается одна, по сути, в конфликте. То есть поддержки никакой никто и не оказывает. Что касается Азербайджана и союзника Азербайджана Турции, то в данной ситуации обострение конфликта произошло именно в той точке, которая является экономически важным для Азербайджана, поскольку Азербайджан на протяжении многих лет пытается обеспечить себе экономический коридор через армянскую территорию в Нахичевань, свою же автономную область, которая граничит с Турцией. Поэтому тут экономические интересы многих стран сталкиваются. Но ситуация в Украине, она заставляет задуматься многие страны на постсоветском пространстве, а нужна ли соответствующая зависимость от России, если Россия использует ситуацию только в своих интересах. Ну, от, власне, от якраз про те, про що ви щойно сказали, новина буквально нещодавно з'явилася, що начебто президент Вірменії, він звернувся до ОДКБ за допомогою, але поки відповіді не отримав. І чому це? І чи варто взагалі чекати такої допомоги? Исключено. При Пашиняне Росія не буде ніяким образом оказувати воєнну підтримку Армении, поскольку для России Пашинян – это неудобная фигура. Пашинян на протяжении последних лет проводит ярко выраженную прозападную политику по многим аспектам. Там многие могут с этим, кстати, поспорить, но на самом деле Пашинян все-таки приходил с прозападными лозунгами. Его процессы, которые он начал, носят ярко выраженный продемократический характер, по крайней мере, первые годы его правления. Я думаю, что при Пашиняне, при человеке, который имеет хорошие связи на Западе, Россия не будет никаким образом поддерживать Армению. Наоборот, будет только лишь провоцировать ситуацию, играть на противовесе, то есть сталкивать, по сути, лбами разные страны для того, чтобы конфликт между странами, которые рядом с Россией, использовать в своих интересах. И вот ситуация между Азербайджаном и Арменией – это яркий пример того, как Россия, не помогая своему официальному союзнику по ОДКБ Армении, пытается давить на руководство Армении с целью удовлетворения интересов России. А я считаю, интерес России тут сейчас один – поменять руководство Армении в принципе. И вот эти протесты, которые мы видим в Армении, они явно носят достаточно опасный дестабилизационный характер. С другой стороны, Россия пытается иметь хорошие отношения с Азербайджаном, союзником Турции в этом регионе, и не ухудшить эти отношения. Азербайджан уже давно вышел из-под влияния России по многим военно-политическим аспектам. Он не является участником ОДКБ, он не является участником каких-либо союзов с Россией, но при этом конфликт в Карабахе, который был, он был формой давления России косвенно на Азербайджан. Поэтому на сегодняшний день чем больше конфликтов между различными постсоветскими странами, тем больше Россия пытается быть как бы посредником, на самом деле используя ситуацию в своих интересах. Пане Андрію, вам дуже дякую, дуже цікава розмова. У мене ще був коментар, коли ви сказали при Пашиняні, мені здалося, що може радше при Ердогані, але ми про це поговоримо вже наступного разу. Я дякую вам, це Андрій Бузаров, міжнародний оглядач, у нас на зв'язку був в ефірі «Єдиних новин». Дякую.